4 украинца погибли в ДТП в Польше. Трагедия произошла накануне вечером на железнодорожном переезде вблизи города Ополе. Автомобиль, в котором ехали граждане Украины, протаранила электричка. 3 женщины и мужчина погибли на месте. Пассажиры и машинист поезда не пострадали. В местной полиции сообщают, что переезд был хорошо освещен. Обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются. Трагическое столкновение произошло около 19 часов. Полиция опросила свидетелей и собрала улики на месте аварии. Пока о причинах говорить рано. Решением прокуратуры тела погибших отправили на аутопсию. Следователи изучают доказательства и ждут результатов экспертизы.